В Ульяновской области промышленные предприятия региона взращивают себе высококвалифицированные кадры со школьной скамьи. С профессионально-технического образования имеем возможность готовить специалистов для практически всех своих промышленных предприятий. Кроме этого, на базе основных наших вузов, прежде всего, конечно, это технический университет, создан ряд базовых кафедр, которые вместе с предприятиями готовят себе будущих специалистов. Будущих марсиан с 10 лет готовят в 72-й школе в Ульяновске, в учебном учреждении, который год существует Центр профориентации от научно-производственного объединения «Марс». Это ведущее предприятие страны в области автоматизации процессов управления боевыми действиями на флоте, а также создания и обслуживания территориально-распределительных систем управления. Мы деятельность в школе проводим как проектную деятельность, так как это делается на Марсе. Марс выполняет научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Точно так же мы будем делать это в школах. Это основная идея нашей работы в молодежной академии информационных технологий. Занятия в центре проходят по трем основным направлениям – информатика, программирование, где ребят учат двум базовым языкам программирования на производстве и робототехника. Подобно реальным автоматизированным подвижным иноземным объектам, юные гении создают на занятиях их мини-копии. Марс заключает договоры с ульяновскими высшими учебными заведениями. В частности, сейчас есть два договора. Это Ульяновский государственный университет и Ульяновский государственный технический университет. И нам уже прислали для наших школ такие квоты для наших детей, которые учатся в этих классах и занимаются, соответственно, этими направлениями. Девятиклассники Данила и Владислав занимаются в центре уже год. За это время парни успели сделать совместный проект, связанный с программным обеспечением. У нас происходит сейчас мозговой штурм. Мы настраиваем жидкокристаллический дисплей, чтобы на него определенный текст выводился. В данном случае вывелся текст «Марс». А какой дисплей? То есть жидкокристаллический – это вот это, что ли? Да, вот это вот маленький дисплейчик. Для него очень много проводов нужно, и много подключений, и много входа. Так ведь? Диме из 6 класса по духу робототехника. У него тоже есть свой проект. Мальчик работает над мини-версией фрегата современного военно-морского корабля. Эта машина, мы пока еще думаем над названием, но мы ее создали, чтобы проверить, как она работает. Я мечтаю достичь того, чтобы я ее очень хорошо знал и мог что-нибудь собрать сам из каких-нибудь таких повседневных деталей. Занятия по робототехнике и программированию сотрудники Марса также проводят и для учащихся 74-й школы в Ульяновске. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.